правительство запланировало постепенный выход из локдауна. То есть с 1 июня будут работать русскоговорящих здесь, надеюсь. О, это у них такой рабочий день. Очень много русскоговорящих. Надеемся найти себе здесь друзей, да, Османчик? Рис кушает, да? Это рис. Это макароны, да? Макарошки, дай макарошки, вот. И рис дай, рис тоже дай. Привет, Османчик, привет, скажи, как ваши дела? Добрый день, дорогие друзья. Вот мы освоились в новом районе, в новой квартире. Погода замечательная. Вчера было, правда, немножко жарковато, свыше 30 градусов. Сегодня показывает 25 градусов. Вот. Вчера посмотрела статистику заболеваемости в Турции. Она стремительно падает. Если в предыдущие дни было каждый день шло на убыль по 2000 человек в день. Что-то вроде там 22 тысячи, 20, 18. Вот, то вчера уже эта цифра увеличилась на 3 тысячи. То есть вчера уже было 15 тысяч заболеваемых в сутки. Вот, я надеюсь, что да, к следующему понедельнику, 17 мая, локдаун понемножку начнут снимать. Правительство запланировало постепенный выход из локдауна. То есть с 1 июня будут работать кафе на открытом воздухе, как я слышала. Там ограничения по времени есть. И это с 1 июня будет, да? И с 1 июля планируют снять все ограничения. Ну, конечно же, будут наблюдать за ростом заболеваемости. Если, не дай бог, опять начнет идти рост, то будут опять какие-то ограничительные меры. Но я думаю, что запрет по воскресеньям оставят. Вот. Ну, а мы со Османчиком пошли в магазин. У нас закончился хлебушек. Покупаем хлеб. На 3 дня хватает. Я хлеб не ем, а Османчик только ест, и то не доедает. Да, Османчик там что-то увидел. Как он увидел, да? Как он, скажи? Как он? Как он? Вот, пока не жарко, решили все-таки выходить. Сегодня очень поздно встали, 9:30 мы встали. Обычно с мальчиком 8 встает. Что там? Вот. Сходили вчера, положили деньги на телефон. И мне оператор объяснил, что если на сим-карту покупает местный турок, то она стоит где-то 50 лир. Тариф стоит 50 лир, это 450 рублей. Если же у вас вид на жительство либо турист... Нет, вид на жительство, если есть, то тоже как-то дешевле, что ли. Но если вы просто турист, приехали на 2 месяца, то стоит 800 рублей, 800 лир. То есть это порядка 720 рублей. Положили денежку. Вот. Вот показываю вам. Мы на окраине города, получается. Здесь вот апельсины, по-моему, выращивают, что ли? Понятно. Вот Османчик побежал на Гакунге. В общем,
осваиваемся, обходим территорию, свой район потихоньку, да, смотрим, где какие магазины. Ну что, пойдем в магазин Османчики или немножко покатаемся? Османчик решил спортом заняться, да, немножко? Пойдем на горку, вон там девочка, а мальчик на горке, пойдем? Пойдем. Мама тоже должна заняться спортом, да. Но сейчас уже жаркие дни, если только рано утром, опять-таки Османчиком, с Османчиком, вот как. У нас все запланировано. Подъем. В 9 завтрак. В 10 утра мы моем посуду, убираемся дома, да, стираемся, протираем полы. Там уже время 11, выходим на прогулку. До 12 мы гуляем, если нужно, мы идем в магазин. А там уже обед в час, в два, по-разному мы обедаем. Если нужно что-то приготовить, то на прогулку иногда не получается выйти, да, Османчик? Вот. Прям загорает. Спит под деревом. Очень много русскоговорящих здесь, надеюсь. О, это у них такой рабочий день. Очень много русскоговорящих. Надеемся найти себе здесь друзей, да, Османчик? Но... Да? Садись. 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 Давай, скатывайся. Скатывайся. Очень радует наличие вот таких площадок детских. С мягким покрытием. Это у нас в городе, в маленьком городке. Ну, не настолько маленький у нас, сколько населения? 150 тысяч населения. Вроде смотришь, высотные здания, многоэтажки в новом районе. Ну, от силы одна площадка там на несколько дворов. И она всегда переполнена. Ты на оранжевую хочешь? Давай, иду. Давай, не бойся. Давай, зайчик, я тебя держу. А резкая горка его щекотит животик. И он прям... Опа, молодец. Ну все, включимся попозже, да? Ну вот, Османчик, наше тебе дело, да? Давай. Вот он рис кушает, да? Это рис. Это макароны, да? Макарошки, дай макарошки, вот. И рис дай, рис тоже дай. Рис пусть покушает. А еще оранжевые у нас есть. Чечевица оранжевая. Чечевица. А где гречка? Вот черная, коричневая гречка, да? Вот и гречку, да? Давай, макароны. Вот. Рис. Белый рис. Рис. Алшат рисна. Бери рис. Рис, алшат белый. Вот. Чечевица. Оранжевая чечевица. Чечевица. Вот. И гречка. Коричневая гречка. Вот так вот. Пусть покушают. Да? Какие молодцы. Да ведь у нас лошадки и собачки. Давай, макарошки давай. Собачка пусть поест макарошки. Где макарошки? Вот, молодец. Это рис. Рис, да? Оранжевая чечевица. Где чечевица? Оранжевая. Вот. И коричневая гречка. Гречка. Вот гречка. Учим каши, да, Османчик? Угу. Кушают они у тебя? Хорошо кушают? Осман покушал? Зурустың молым? Ну-ка, кушай, тальничек, зурустың. Да, ты сегодня вот так вырос, да? Макарошки кушал Османчик с овощами, с тушеной фасолью, помидорами, да? Да.
Да, вот оранжевая чечевица. А это коричневая лошадка будет кушать гречку, да? Помоги лошадке гречку кушать. Да. А белая белая кушать, да ведь? Вот белая собачка белый рис кушает, правильно? Да. Да, да. Кушают, да? Кушают. Как кушают? Как жуют улом зубками? Как кушают? Покажи-ка. Вот так кушают, да? А спать им не пора? Спать будут они у тебя? Бубу и талярма? Жухлай нормулом? А? Жухлатасума, бабилярна? Давай бай-бай. Бай-бай. Пока-пока. Ну что, дорогие друзья, готовимся мы ко сну. Зубы чистим мы на кухне, потому что у нас перегорела лампочка. Да? Лампочка перегорела у нас. Давай, Вер. Видно? Видно, скажи, да? Плюй. Пошла. Вот так. Проблематичный зубик, давай подольше почистим. Теперь сам, пожалуйста, чисти. Ты умничка. Молодец. Закончил? Все? Yeah. Давай, сполоснем. И пойдем готовиться к сну. Да? Вот, всем спокойной ночи скажи. Всем бай-бай скажи. Бай-бай. Бай-бай, спокойной ночи.